свете всех последних событий я действия сотрудников оцениваю только на отлично, потому что наша работа, она неспокойная. Мы все 3 месяца находились в служебных командировках, как в Москве, Питере, до выборов, после выборов. Вы видите, что леворадикальные партии и различные шествия, митинги по различным городам нашего России. Имеем благодарность министра внутренних дел за профессиональные свои действия в городе Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому сотрудникам только я оцениваю на отлично и хочу пожелать им благополучия, спокойствия, всего самого-самого наилучшего.